всего я хочу сказать, что это очень здорово, что есть такая возможность прийти на профессиональную площадку и обсудить с группой экспертов, причем экспертов из разных отраслей, муниципальных, чиновников, из общественных организаций, обсудить злободневную, важную для жителей тему. В данном случае мы обсуждали тему прозрачности и открытости капитального ремонта в городе Москва. Конечно, несмотря на то, что движется проект достаточно позитивно и хорошими темпами, есть масса вещей, которые нужно дорабатывать, улучшать и совершенствовать. И ряд предложений сегодня были крайне конструктивные и своевременные. Ну, например, было предложено обеспечить каждый дом своим личным кабинетом, чтобы любой житель из конкретного дома мог заходить туда и получать максимально конкретную и качественную информацию о том, как движется капитальный ремонт в его доме. Такой формат, я считаю, крайне эффективным, прежде всего, потому что на площадке в одном месте в одно время собираются, еще раз скажу, профильные эксперты, которые хорошо разбираются в вопросе и которые неравнодушны к тому, чтобы действительно решать проблемы, которые есть в городе с капитальным ремонтом. Это первый момент. Следующий момент. Есть возможность не просто пообсуждать, поговорить, отметить плюсы и минусы. Есть возможность составить протокол и выйти с инициативой к тому, чтобы те решения, которые и предложения, которые были на круглом столе обсуждены, чтобы их запустить и дожимать, чтобы они были реализованы. Такой механизм есть. И в том числе и на сегодняшнем круглом столе обсуждались предложения, которые будут запускаться и смогут найти себя и в регламентах, и в нормативных актах, и в инструкциях для жителей.